Приветствую вас, дорогие мои! Вы на канале Жанны Фетисовой. Сегодня я хочу поделиться с вами своей новой посылкой со сайта iHerb. Сейчас еще дополнительная возможность приобрести все с 10% скидкой к тем огромным, которые там уже есть. Еще меня ждут две посылки впереди, пока еще я их не получила. Ну, давайте все разберем. В очередной раз я приобретаю вот такие вот средства, я их уже пробовала. Это ампульная сыворотка Snell Repair Intensive Ampoule от Mizone. 80% муцина улитки, который помогает нашей коже быть в тонусе, быть более подтянутой. Прозрачные гелеобразные сыворотки, похожие по своим ощущениям на коже и по внешнему виду на гиалуроновую кислоту. Здесь пипетка, открывать пока не буду. И все сроки годности вы, кстати, можете увидеть на сайте под конкретным продуктом. Указаны все сроки до 2020 года 9 месяца. Следующий крем с черной улиткой, также от Mizone, очень хорошо впитывается. Хорошие объемы в этой косметике, 75 мл в баночке. Это крем со слизью черной улитки. Очень действенный, замечательно подтягивает кожу, прекрасно увлажняет. Подходит, кстати, он для всех абсолютно типов кожи. Хорошо впитывается, что если у вас очень экстремально прям сухая кожа какая-то, возрастная, то, возможно, вам потребуется еще какое-то дополнительное питание для кожи на ночь. Но на день вообще идеально. У меня кожа смешанная, более склонна к сухости. Я приобретаю этот крем уже в третий раз. Мне он очень и очень нравится. Ну, и вы просили меня показать в сравнении цены на сайте iHerb и на других сайтах. Первое, что предлагает, когда вы вводите Mizone, улитка ампулы. 1030 рублей, 1184. Polishop предлагает за 990, но там еще и стоимость доставки. Теперь мы перемещаемся на сайт iHerb, и вот она стоимость 821,81. Опять же, у вас еще будет скидка по промокоду, и доставка будет бесплатная, при условии, что вы наберете на определенную сумму. Кстати, она очень небольшая, 3 с небольшим. Так, сравниваем цены. Mizone черная улитка. Средняя стоимость этого крема в основном 1500 рублей. Есть, как вы видите, даже и в районе уже 2000. Стоимость этого крема на сайте iHerb, вот она, 954 рубля 36 копеек. В описании к этому видео я оставляю вам код. 10% по коду у вас получится 800 с небольшим стоимость этого крема, то есть в 2 раза дешевле, чем на других сайтах. Следующий крем также с муцином улитки, уже более легкий дневной вариант, Snail Recovery Gel. И здесь объем 45 мл. Многие используют именно вот этот крем в качестве сыворотки такой легкой. Это средство очень-очень недорогое. Сайт iHerb возвращает вам еще 5% каждый раз обратно на ваш же счет. Вы снова можете использовать при следующем заказе, да плюс еще 10% с этим кодом, который я вам даю. Вот эти замечательные средства с таким вот хорошим составом у вас получится просто за копейки. Следующий продукт, который мне очень хотелось попробовать, я видела действительно очень много хороших отзывов. BB крем от Миша. В Корее Миша — это класс люкс косметики. Как вы видите, упаковочка очень красивая, удобная. Здесь есть помпа. Ну, также сейчас пока пробовать не буду. Видела много раз, как наносили этот BB крем на лицо. Он расходится в тонкую-тонкую дымку. Очень красивый эффект имеет. Хороший увлажняющий крем, который не видно на лице. Ну и самое замечательное, то что здесь есть SPF 42 и максимальный фактор защиты 3 плюсика. Для тех, кто использует кислоты, пусть даже в очень небольших объемах, витамины А и Е, которые отшелушивают кожу, очень хорошо использовать дополнительные факторы какие-то защиты, может быть, даже слегка, пусть даже смешивать каплю вот такого крема со своим обычным тональным, уже будет хотя бы небольшой фактор защиты. И стоимость по данному средству я также хотела бы вам показать в сравнении. Я видела этот крем в бутике Миша на Таганке, и стоил он в 2, то и в 3 раза дороже. Ну, давайте посмотрим цены на Яндекс.Маркете. Ну, и вот видите, стандартная цена, 1500, даже чуть больше, на других сайтах этого крема. И вот цена на iHerb 874,83 плюс еще скидки. Теперь вы понимаете, почему я приобретаю на iHerb. По крайней мере, корейскую косметику выгоднее приобретать, и стоимость отличается в 2, а то и в 3 раза.
Следующее мое приобретение – это вот такой прекрасный рисовый очиститель Rice Weight Bright. Фактически это легкое такое вот рисовое молочко, которое я могу использовать в качестве очищения утром вместо пенки какой-то, то есть такой более щадящий вариант. Корейский бренд The Face Shop. Здесь удобная помпа, как вы видите, все очень хорошо упаковано, просто запаяно. Но пока тоже не открываю. 200 мл, много хороших отзывов на вот это средство. А для тех, у кого сухая возрастная кожа, очень советовала бы вам вот такое средство попробовать. Оно гипоаллергенное, оно очень-очень мягкое. Ну и как вы видите, я действительно хорошенько прошлась по корейской косметике. В этом заказе у меня вся косметика корейская. Petite Fille. Возможно, на корейском она звучит как-то по-другому, но почему-то хочется прочесть на французский лад как-то Petite Fille. Вот так. Gold. Это патчи под глаза. В наборе вот такая лопаточка. Сроки годности отличные. Здесь стоят на упаковке. Чем хороши эти патчи? Я однажды их попробовала, в них абсолютно влюбилась. Во-первых, у них правильная форма. Огромная запятая, вот так. Она полностью перекрывает всю область вокруг глаза. Патчи прекрасно увлажняют, но вместе с тем они подсвечивают кожу вокруг глаз. Чудесный совершенно состав. На упаковке есть how to use, то есть как использовать, инструкция полная, наносятся они на 20-30 минут, то есть они действительно хорошо глубоко увлажняют и разглаживают кожу под глазами, подсвечивают. Многие используют это средство как экстренное при отеках и таком замятии кожи, при возрастной коже. Также они замечательно высветляют, пусть даже и на время, синяки под глазами. Девушки, у кого синяки под глазами, возможно, это тоже окажется для вас спасением. Два средства для глаз. Мои любимые кисточки от Eco Tools. Решила приобрести вот такие двусторонние, чтобы немножко сэкономить и время, и место в своем стаканчике для кисточек. Смотрите, как здорово. Они с двух сторон. То есть кисть для растушевки, для подводки и для бровей одновременно. И вторая кисть для нанесения растушевки. Маленькая для расстановки акцентов. Все очень хорошо набиты, они все мягкие, мягчайшие, просто их совершенно века не чувствует, не ощущает, а они мне очень нравятся. Решила попробовать, ни разу не пробовала этот бренд нахер. Бюджетная косметика, называется она Prestige, Made in USA, производство США. Они для век были в распродаже, стоили они какие-то копейки, 100 с чем-то рублей. Ну, меня, в общем, заинтересовало, я слышала, что косметика хорошая, Prestige. Здесь есть такие мелкие вкрапления блестящие, очень похожие на метеориты, точно такие же вот вкрапления в метеоритах. Кто не любит, конечно, вам, наверное, не понравится. Тени очень эти маслянистые, поэтому я считаю, это очень многофункциональный продукт. Можно его использовать и как тени, и как румяна. Если хорошенько растушевать, совсем буквально чуть-чуть, то, что вы видите, они очень пигментированы сильно. И также их можно использовать как тинт для губ. Решила попробовать вот такой натуральный дезодорант Herbal Clear. Это дезодорант с алоэ вера. Здесь есть сок алоэ, а также витамины А и Е. Вот такой он прозрачный. После депиляции иногда бывают какие-то раздражения. Также его можно и на другие части тела, кстати, использовать. Он натуральный, он прекрасно увлажняет. Одновременно защита. Аромат он имеет такой лимонного мыла, я бы так сказала. Какой-то такой вот гель для душа, что-то такое. Три варианта витаминов. Эта компания называется 21 век, 21st century. Если вам тяжело уснуть, то вместо снотворных врачи советуют принимать натуральное вот такое вот вещество, которое просто помогает выработке собственного мелатонина, и тогда вы легче засыпаете. Я несколько раз его пробовала, мне он очень понравился, 3 миллиграмма. Закончился у меня эллергенин, поэтому я приобрела его снова. Это средство приобретается часто очень спортсменами, добавляют его в коктейли, оно ускоряет метаболизм. Здесь 100 таблеточек. Действительно хорошее средство, очень бюджетные средства. 21 век, самые, на мой взгляд, бюджетные витамины на сайте iHerb. Другая серия также витамина 21 век. Это глюкозамин и хондроитин. Я пью его по назначению врача. Это витамины для суставов, которые восстанавливают плотность, снимают воспаление, восстанавливают суставы. Также снимают частично боли, если таковые имеются. Если вы зададите этот вопрос хирургам, то будет однозначный ответ «да». А эти средства очень часто прописываются хирургам. Мои любимые приправы Simply Organic. Вот такие удобные упаковочки, которые
прекрасно прилегают одна к другой, не занимают много места. Здесь отверстие одно большое и несколько маленьких. В данном случае это копченая паприка. Можно добавлять его абсолютно везде, и в овощи, и в мясо, и в рыбу. Совершенно восхитительный вкус. Это чесночный порошок, который дает только приятный аромат и при этом не дает послевкусия во рту. Этот аромат передается только в пищу, от человека потом не пахнет. Друзья, это был первый заказ. Жду еще два, и как только получу, обязательно вам все расскажу. Если видео такого плана вам нравится, жмите, пожалуйста, пальчик вверх, поддерживайте меня. Также подписывайтесь на мой канал. Я делаю довольно много интересных обзоров. Спасибо большое, что вы были со мной. Я желаю вам удачи и будьте благодарны за все, что имеете. Пока!